Итак, дорогие друзья, продолжаем прогулку по Черепашьему озеру. Поднимаемся в сторону верхней станции канатной дороги, той самой Черепашье озеро, которая восстановлена. И здесь те же самые подвесные вагончики, что и были много-много лет назад, советского образца. Они реконструированы, отремонтированы, покрашены, смотрятся прекрасно. Ну вот я говорю, а параллельно слышен лай собачек, которые находятся здесь. Кстати, люди, которые приходят сюда по утрам заниматься спортом, они приносят и корм для собак. Их они кормят, соответственно. И собачки довольны, счастливы и рады всему этому. Вот верхняя станция дороги. Пока еще она закрыта, вроде бы, потому что еще рано, еще она не начала свое функционирование. Вагончик, вот он, виден, подвесной вагон. Вот, наверное, с 10 или с 11 он начнет уже ходить. Но один на верхней станции, другой на нижней станции. Где-то в середине они пересекаются. Нижняя станция у парка Ваке. И до позднего вечера они работают. Здесь прохладно, приятно, свежий воздух. Вот горы. Видна телевышка на фуникулере Намтацминда. Вот там по территории вокруг самого озера люди гуляют. Сейчас пойдем вниз и посмотрим, что же там происходит.